В том, чтобы юристы обычной компании, которая занимается, например, госзакупками, могли также подписывать госконтракты без каких-либо знаний. Проблема госзакупок заключается в том, что обычно даже после подписания договора деньги приходят обычно хорошо, если через месяц, а может вообще через год. Это очень сильно замедляет процессы строительства и так далее, разных процессов бизнеса. Поэтому мы планируем сделать так, чтобы в контракте было прописано конкретное время перевода денег, цифровая подпись, ну и в случае неперевода, если это будет указано в контракте, автоматически кидается обращение в суд. Отлично. Кто из команды? У нас есть разработчик один и есть маркетолог, но нам еще необходим был бы какой-нибудь тоже специалист по смарт-контрактам и фронтенд. За 48 часов мы планируем сделать такую пробную версию, в которой будет приводиться не рубли, а вейв-токены. Также цифровая подпись, и не знаю, успеем мы настоящий сделать или с имитацией, естественно, блокчейн-систему. Вот. Аплодисменты скорости.